блин, предатель, это... О, блин, это очень обидно. Да, все, больше никогда не буду предателем, мне не понравилось. О, боже. Фух. Так это все-таки Ева, она сказала фух, вы слышали, она сказала фух. Так как я детектив, я не могу быть предателем. Значит, второй кандидат. Смотри, стоп, стоп. Привет, крошки, и мы сегодня пришли в Тавр предательствовать. Давно мы не предательствовали, и попрошу Лану обновить Тавр, потому что нам нужно полное время с начала раунда. И сколько можно будет начинать. Сколько уровней хотите? Давайте 6. Я попрошу внимания, я хочу надеть так себе что-то на голову. Я открываю магазин и иду в эффекты. Все это видят, все прекрасно видят. Сейчас какой-то предатель купит что-нибудь. А так, ты так хитро улыбаешься, что прям даже не знаю. Может, так, это у меня ты хвост радужный. Может быть, это многоходовочка. Ага, реально. Неправда. Просто. Да, так. Знаете, я шапку хочу. Нет, странно, шапка на мне выглядит. Вот. Ты что там делаешь? Я надеваю подарок на голову. А мы проходим. Посмотри, там не купи случайно что-нибудь плохое. Нет, у меня эффекты. А? Нет, я ничего не беру. Все, я готова. Все, я закрыла. Все это видят. Или все видят, что ты не закрыла. Нет, подожди, нет. Мы ведь не можем сейчас видеть это. Вполне возможно, что ты нас обманываешь. Неправда. Нет, я иду, уже прохожу все. Так, руки на стол! Убрали руки. Кто-то хочет пакость сделать, блин, умер. Ладно. Ой, как сложно этот уровень проходить. Я уже забыла, как она делается. Он всегда был такой медленный. Да, кажется, да. О, боже! Угу. Вот так бывает. Блин, ну... Кошмар. Так, ну я смотрю, никто не предательствует, да? Вот-вот. На меня тут все наезжали. Да дурацкий, что-то давно мы его не проходили. Да. Ну реально. Нет! О боже, дальше еще хуже. Кошмар. А, нет, я упала, я же там прошла уже. Ужас. Так, ребят, мне кажется, у нас сегодня предатель Тавр. Да уж. А! Может, обновим? У нас еще не было предателя. Давайте обновим, пожалуйста. Да, хорошо, я тоже предлагаю. Если что, я ничего не открывала еще. И не собираюсь. Чем докажешь? Объяснись, объяснись. А не потратить. Падаю. Ну, я не знаю, чем тебе доказать. У меня, запоминайте, 11 756 уточек. Так ты можешь соврать сейчас. Нет, я не вру. Я смотрю и говорю вам настоящую цифру. Я бы не придумала так просто. Фух, я падаю, а там плюс уровень. А, я думаю, нет, только не это, пожалуйста, прикиньте. Какой ужас. Я реально сейчас так испугался. Я тоже упала. И кто это был? Спасибо. Кто виноват? Я в это время падал. Я не настолько, типа, много задачи. Я тоже, кстати, падал. Да, конечно. Я открывал магазин тем временем. Знаете, как в мультиках, когда кто-то падает, там откуда-то успевают там чай попить, еще что-то сделать. Ай-яй, я думала, там можно пройти. Видела смерть Ульяны. Да вообще. Вау. Ой, а красиво, это красиво, это красиво. Пускай так будет, да. Хотя изменить же нельзя уже ничего. Блин, предательство не засчитано. Первое, да, второе нет. В смысле? Как это? О чем речь? Вот эта покупка была не предательская, а очень даже красивая. Ну ладно. Ну ладно, Йоша. Предатель. А, ты же прошел? Ну да, я все, да. А, Йоши же не видно, ребят. Вон она там, полосочка-то, а. Вот Йоши, я считаю, настоящий предатель. Да, я. Ну ладно, давайте поменяю тавру. У меня, кстати, очень красивое количество уточек. А ну-ка, давай. 59 555. А у меня 11 774. Ну и о чем это говорит? Это ни о чем не говорит. Мне вообще уточки не платят, потому что я тут прохожу уже столько раз, а мне ни разу не заплатили уточек за прохождение. О, вот. Знаете, заплатили, все, уже некрасиво. Все, я услышала, уточки не плачут. Уточки не плачут просто, понимаете? Знаете, как какие там серьезные парни или крутые парни не смотрят на взрыв. Уточки не плачут. Да-да-да, да-да-да. Все так, все так. Ну давайте, покупайте там что-нибудь. Я сейчас дойду и увижу, кто предатель. А-а-а, хитрость. Слушайте, ничего себе, Лана там уже пошла. Я не могу первый уровень пройти. Как-то сложно. Мы же прошли вроде бы его. Я не допрыгнула. Нет, я допрыгнула и где-то упала. Я не поняла, где я убилась. Сейчас
пытаюсь вспомнить. По-моему, я не допрыгнула просто. Кстати, предатель, попробуй, пожалуйста, купить что-то за робоксы. Потому что я, когда хотел купить за робоксы, ничего не работало. То есть, и была какая-то ошибка, типа. Ну, вот так вот, типа. Мне, во-первых, написали, что это что-то там не заряжен аккаунт, но это одно, но там типа еще и итем, который я хочу купить, он какой-то типа ненормальный. И там цифра 400, посмотрите, у вас тоже цифра 400? Блин, я сейчас чуть не пошла покупать. Это, знаете, это подстава такая. Ребят, а вот это нормально, посмотрите, пожалуйста, это что? Куда? Нет, блин, ну зачем? Предатель, это... Короче, о, блин, предатель, это... блин, это очень обидно. Короче, я просто застрял между уровнями. Я ровно, как сказать, между уровнями. Помните, был такой уровень серенький, где были движущиеся элементы. Какие именно? Ну, типа там можно было залезть... по центру прыгнуть! По центру, да-да-да-да-да-да-да, вот. Вот здесь такая же штука. Подожди, это не с рыбками уровень случайно? Нет. А с рыбками просто было такое? Да ладно. Вроде бы. Так, а никто не дошел? Не-а. Нормально. Это уровень второй, просто вот второй уровень. Тихо, ну, Ёж, ты можешь хвостик там как-то показать, заскринить, я не знаю. Да я уже упал, я уже все. Блин. Так, а тем временем я дошла. Вот как так это? Вот. А ускорю? Дошла уже? Да. Ничего себе. Сейчас ускорю и открою чат, посмотрю. И это... А ну-ка, ваши так. Ставки я еще не открыла. Лана. Мне тоже так кажется, почему-то... Да? Ну что, выгоняем или я смотрю? Не знаю. Да, она уже извинилась. Но... Не прощу я тебя, там такой момент был. Ты сказал, попробуйте купить! Ты сам сказал! Капец. Я же не знала, что это произойдет в этот момент. Вот так вот. Ну что, ладно, обновляй, наверное. Да, все, больше никогда не буду предателем, мне не понравилось. О, боже. Ну ладно, ну сорян. Да о, опять этот прости. Уровень. А, нет, другой, ой, блин. Неприятно. Я уж было подумал. Ну, мы с тобой потом его найдем, и ты попробуешь так же прыгнуть. Да ладно. На самом деле не так важно, просто забавное совпадение. Типа, знаешь, мы раньше искали у кого-то в видео прям целенаправленно уровни, которые могут вот так вот, ну, типа делать. Да, да. Ну вот, было дело, и сейчас случайно нашли. Да блин, а как не вовремя. Я тоже головой ударился, блин, вот на этом так уровне. Так это ж хорошая штука. Хорошая штука. Ну, я в это время упала из-за этого. Да, я вот видела, у Лены прямо передо мной шмякнулся. Видела. Блин, видела, значит, я. Я за Ульяной шла. Стояла и смотрела. Нет. Тихо. Я не могу сказать, я просто сзади меня шла, поэтому я точно не знаю, что стояла там, нет. Давайте проводить расследование. Смотрите, я, так как я детектив, я не могу быть предателем. Значит, второй кандидат. Стоп. А я... что, у вас какие-то есть... Так как это мое видео, я не могу быть предателем. О, можешь. Так как я прыгаю, я не могу быть предателем. Так как я сказала, что я больше не буду предателем, я не могу быть предателем. Мне кажется, Лана оправдана. Это не так работает. Хорошо, может быть, Ульяна сделала, так сказать, селф-репорт? Нет. Вы считаете? Это я не делала. Так, подожди, что это за уровень? А, это, блин, не уровень, это уже. Знаю, у меня проблема с первым до сих пор. Нет, уже со вторым. Нормально, прогресс, Ева, прогресс. Да. Я как только прихожу на новый уровень, у меня с ним начинается проблема. Ну что же, дамы... Чуть не убилась. И все, это... Вы будете говорить, дамы и господа, я говорю, дамы, просто все. А, ты прошел! И, конечно же, это Ева. Вот так-то, вот так вот. Она пакостит, она говорит, ой, а я не могу быть, я в предательстве. А я вот в этот момент сразу было понятно, хотя нет, было понятно тогда, когда она такая, ой, а я видела, как Ульяна упала. Нет, я правда... Нет, я шла. Ёша, можешь пересмотреть видео потом? Я шла, я специально открыла заранее все, подготовилась, так сказать, чтобы никто не сказал, ясно. Вот там Ева стояла.
Ага. Ну, нет, я шла. Так, ладно, давайте я обновляю, потому что пора выбирать нового предателя. А, знаете, я считаю, что следующий надо раунд делать повыше, а то у нас один раз доходит человек, другой да, кстати. Раз доходит. Ну, вообще-то, ну, должен или хоть предатель кто-то должен дойти. Быть сильным. Сейчас будет Ёж предателем. О, ясно. Сейчас будет Ева предателем. Нет, я вот я не делаю так два раза подряд. Что? Мне вообще кажется, что сейчас Ульяна может быть. Ну, спасибо. Ну, давайте всех переберем сразу. А мне вообще кажется, что сейчас Лана может быть. А да, тебе всегда кажется, что Лана может быть. Да нет, я не хотел сказать. Про тебя никто не сказал. Ну, ой, пока. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что я успел залезть на первый уровень. А я не успела, я за тобой шла прямо. Че, Ульян, сама напакостила, сама попала в этот плюс, я понимаю, да? А что ты так сразу наезжаешь? Ну, конечно, да, интересно. Хотелось бы, что... Аргумент. А что, сам купил и сам попал в этот капкан, Ёж? Нет, я не сам. Я не сам, тебе помогли. Я не купил, да. Куда я поехала? Блин, я посмотрела не туда, и все, я упала не туда. Это случается, Ева. Нет, когда слушай, этот прыжок, он хорошо, на самом деле, я поможет. Я не пакостила. Нам. О, прыжок появился, даже не видела. Я в камеру смотрела. Все прыжка время, и блин. Нет, кстати говоря. Ну, не прыжок, вперед, прыжок вперед. Довольно удобная, кстати, штука, спасибо вам. Да, ускорение так. Странно, раньше нам не нравилась эта штука. Ну, в этом раунде, во втором, он классно помогает. Вот я иду возле Ланы, и вот если это все-таки Лана, то она как, может, что-нибудь нажать. Нажала? Ну, сейчас нажмет. О, нажала. В смысле нажала? Спасибо, Лана. Да я упала и поднималась. Ладно, ну как-то нет. Блин, стоп, мы здесь не пройдем. Здесь невозможно пройти, ребят. Я ставлю дизлайк. Там, короче, вот эта вот ямка в синем уровне, а сверху над этой ямкой ходит светяшка. А, реально, блин, я хорошо, что успела ага, посмотреть. Ага, спасибо. А можешь купить, пожалуйста, еще антисветяшку? Ай. Да, я тоже буду благодарна. Ой, уважаемая предательница. Да, и это Ёши сейчас раз и все. А, ага. Так, подождите, купили, нет? Вы видели, что еще до того, как купили, Ёши стал говорить, что это я, и сейчас я куплю, вы видели? Чего? Просто потому, что я упала. О, спасибо. О, да, спасибо. Я ничего не понял. Ёши подозрительный немножечко. Это Ёши предатель, мне кажется, нет. Его надо выгонять, он сейчас дойдет. О, ребят, смотрите, вот теперь вы в опасности. Почему? Вы вот сейчас вот... А, нет! Нет. Кажется, все в опасности. Ладно, можно не выгонять, он не дойдет. Ну, конечно, видите, она поняла уже, что... Это очень сложный уровень здесь, на самом деле, поэтому предателю здесь прям повезло. Он прям понял, что он может выиграть. Мне кажется. Ну, такой вот предатель. Блин, а куда? Пакостница. Я не вижу. Ты просто накупил все. Что ты не видишь? Да не я видишь, не видела, как пакостить дальше? Нет! Что случилось, Лана? Падает здесь. Не проходится, ребят. Да. Ну что, получается, выгоняем? Кого, меня? Давайте, выгоняйте. У меня нет, на самом деле, никаких вообще предположений, поэтому я даже не знаю, за кого голосовать. Может, за себя? Есть у меня одно предположение, конечно. Мне кажется, ты Ёж все-таки. Он так уверенно пытается говорить, потому что он думает, что мы передумаем. Нет, я не думаю, что вы передумаете. Выгоняйте меня, давайте. Я не думаю. Я сейчас уверен, что вы не жалятся. Передумаете. Не надо меня... Зачем жалеть? Не надо меня жалеть. Не надо меня жалеть. Так, ну что, итак, ребята? Да, я думаю. Итак. Я начала сомневаться, конечно, уже. Я теперь думаю, что это Ева, возможно. Потому что я вот когда давайте выгоним. Да ладно, внезапно. Так, я предложила, меня выгоняют, правильно я поняла? Хорошо, давайте тогда Еву. А, подождите, а Ёша поддерживает. Так. Ну, потому что Ева против меня была, очевидно. Я думаю, ну ладно. Интересно. Ну, а сколько голосов нужно для того, чтобы выиграть? Блин, опять упала. Большинство должно быть, то есть три. Ну да. Голосов. Ну, а если два за одного, а другие за других? Вот это как? Вот да, я тоже думаю. Короче, ладно, давайте голосовать, просто голосовать. Я за Ёшу. Хорошо, я за Еву. Блин, нам неверно стало. Думайте, решайте правильно. Сейчас предатель такой сидит, кто-то не из нас. Вы слышите, да, вот просто улыбающийся голос, вы слышали? Я люблю улыбаться. Особенно любишь улыбаться в предателя. Ну давайте Еву выгонять.
хороша, я согласна. Уверена? Нет. Я же сейчас такая. Давай ты решишь, а то это сложно очень. Да я на одном месте падаю. Что сейчас опять за меня? Что началось-то? Да, я за себя проголосую еще. О, ребят, там Ёша прыгает. Уже. О, сейчас Ёша дойдет. А если Ёша предатель? Давайте Ёша выгоняет быстрее! Нет, ребят, я упал. Но я могу еще успеть так-то. Нет. Фух! Так это все-таки Ева, она сказала фух, вы слышали, она сказала фух. Так если ты дойдешь, ты выиграешь, в смысле? Ну, я давайте, поэтому и говорю. Давайте Еву выгоним, все, я за Еву. Давайте, я согласен. Ага, все, и? Нет. И? Нет. И? Ева, ты не предатель? Нет. А, да. Точно? Точно. Так, ну получается, ладно, или Ёши? Ёши, смотри, Ульян. В смысле, Ульян, это ты, что ли? Так, в смысле? Нет, я же говорю, что... А, это Лана. А так это Лана? Ульяна может за себя голосовать. Она была такой убедительной, она была такой убедительной, капец просто. Да, это Лана была? Да, это Лана. Жесть. А ты почему такой подозрительный был, я не понял. В смысле, я не был подозрительным? Был. Нет. Мне подозрительно было очень все. Вообще нет. На самом деле, там был момент, когда Лана внезапно стала думать, что это Ёша, я подумала, что это Лана, а потом думаю, да ну не может быть так все просто. И начала подозревать Еву. Да, та же самая история была у меня на самом-то деле, потому что сразу прям вот как-то, ну, вот хотелось сказать про то, что это Лана, ну, не знаю, вот я ни разу не говорил сегодня, что вот, это Лана, типа, по-моему. Вот, и вот сейчас именно хотелось сказать, ну, нет, это было в шутку, ты не поняла вообще-то, ясно? Ну, короче... А вот сейчас именно хотелось сказать, знаете, вот такое вот шестое чувство, оно вот работало изо но всех потом, сил говорило, ну давай, Ёжу. А это потому что Ева начала вот так вот по-предательски говорить, типа, все понятно. Это Ёши, это он. Я думаю, ну ладно, значит она хочет просто скинуть с себя подозрение. Нет, все. Не всегда, и я часто так делаю, без того, что я предатель. А может быть, Ева так сделала, чтобы потом вы это запомнили, и в следующие разы она могла нормально предательствовать и смеяться. Вообще-то я всегда так делала. Ну реально, это было достаточно много раз, когда я так делала и уверенно говорила, и вы меня, по-моему, даже пару раз уже, ну это был второй, наверное, когда вы выгнали, вот, но я не была предателем. Ну, я выгоняла тебя только потому, что я была предателем. Мне ж надо было сделать так. Ну, надо было, конечно, Ёшу выгонять, потому что у Ёши были все шансы дойти. Ха-ха. Ну, вот, да, я... мне вот это вот очень было подозрительно, конечно. Да его там не видно, понимаете? Ну, да, вот это неприятно, а еще там... О, хотела сказать, Ульяна до него доходит. Смотрю, Ульяна рядом, думаю, стоп, подождите. Значит, мы с Ульяной, мне просто это... Подождите, а я же прошел. Это раунд без предателя, да? Да, получается. Похоже на то. Это очень странно, слушайте. А как решать здесь? А, никак. Я хочу сказать, что там второй уровень очень странный. И если хотите, вы можете спуститься и посмотреть... Ладно, я, видимо, тоже спускаюсь. Ладно, я сама спущусь. Да, посмотреть на него. Там, короче, сам уровень закрывает название. Вот. Вот тут. А, там эти панельки, короче, приехали. Панельки? В смысле, вот панельки. Эти сколько, девятиэтажки или как? Ну, вот эти, ну, серые. Ну да, хрущевка. Прямоугольники. Серые прямоугольники. И хрущевка так выходит. Да уровни на красном уровне. Красный, платформы, тут вот они. Наверняка тут тоже какая-то отсылка на какую-то недвижимость. Да, уровень на красном уровне. Это что-то про Красную площадь, может быть? Нет? Нет такого? Кошмар. Ну что, ребят, я считаю, раз у нас вот последний уровень был без предателя, это значит, что пора заканчивать. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.